Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнапада Аштодара Шата, Шри Шримат Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджа, я предлагаю свои бесконечные саштанга дандават пранам, отклоняясь к его лотосным стопам. Также мама Шикша Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнапада Аштодара Шата, Шри Шримат Бхакти Виданди Шрили Нарайни Госвами Махараджа, я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнаву и вайшнави принять мои поклоны. Харе Кришна. Сегодня мы послушаем вопрос и ответ, который на него дал Шрила Прабхупада. Его спросили: мы совершаем бхакти, поклоняемся Господу. Как нам усилить наше бхакти, наше преданное служение? Ведь нужно постепенно расти. Так же, как мы переходим в школе из первого класса во второй, из второго в третий, так же и в духовной жизни нужно развиваться, прогрессировать. Не так, что мы всегда топчемся на одном и том же месте. Нужно прогрессировать. И как же нам добиться этого? Как усилить, укрепить наше бхакти? Прабхупада сказал, цитата: Прабхупада объяснил, как нам укрепить наше бхакти. Что такое бхакти? Для начала разберемся. Бхакти, баджан, это сева, служение. Мы поклоняемся нашему ишта, то есть нашему объекту поклонения. Мы поклоняемся духовному учителю. И в нашем сердце должна быть сева вритти, настроение служения, склонность служить. Если мы служим гуру, вайшнавам, Господу, то мы стараемся порадовать их. И наша вритти, наша склонность служить им помогает нашему бхакти развиваться. Поэтому нужно работать над своим сева вритти, над своим настроением служения, взращивать его. Тогда и бхакти укрепится, усилится. Гурудев, Господь, это те, кому мы должны служить. Но если мы не хотим этого делать, как же наша бхакти усилится? Бхакти означает према, любовь. Например, мама любит ребенка или жена любит мужа. В чем это проявляется? Как понять это? По служению, по заботе об объекте любви. Например, мама весь день заботится о ребенке, кормит его, одевает, собирает в школу, отправляет в школу, а жена тоже служит мужу. Поэтому бхакти означает служение, сева. Желание как можно лучше послужить Господу, предложить Ему вкусные угощения, выполнить иные виды служения. Например, у вас дома есть гирят шила, верно ведь? Верно. Каждый день омывайте его, ведь вам доступно молоко. Поэтому для Господа также используйте каждый день молоко, чтобы его омывать. Добавляйте дахи, йогурт, ги, топленое масло. И каждый день шахет, мед также можно добавить. И каждый день утром омывать Господа, добавляя также сахар. То есть используя ингредиенты панчамриты. Омывайте так божество. После этого принимайте эту чаринамриту. Акаламрита харанам сарва вьятхи винашанам. Цитата Алла Слави Чаринамрита,
шлокам. Когда мы принимаем чаринамриту Господа, что происходит? Мы освобождаемся от преждевременной смерти. Все страдания и беды покидают нашу жизнь, когда мы окропляем свою голову чаринамритой, водой, которой, жидкостью, которой омывали стопы Господа. Господь почему танцевал на колбуках змея Кали? Потому что Он в прошлом рождении окропил свою голову чаринамритой, водой со стоп святого. Поэтому чаринамрита очень важна. Итак, каждый день служите своему божеству. У вас также есть Ладу Гопал. Также каждый день заботьтесь о нем, служите. Так же, как Шалаграму служите и Гопалу служите. Когда холодно, какую воду нужно использовать? Подогретую, теплую. То есть, когда холодно, подогреваете воду, используйте ее для Господа, а не холодную воду. То есть, не нужно омывать Господа холодной водой, если холодно на улице. Сегодня Экадаши. Также можно омыть после Кадхи Господа. Вот этот прабху может принести молоко. Добавим чини, сахар. Добавим мед, если есть, ги, топленое сливочное масло, и совершим омовение божеств. Если вы не можете это сделать, жена пусть делает. Если она не может, дети пусть будут омывать. Но каждый день старайтесь омывать божеств. И, конечно, нужно менять одежду у Рады Кришны. И раз в 15 дней во время Экадаши нужно очищать божеств, используя лимон. Берите лимон и хорошенечко очищайте божеств. Натирайте их до блеска. Почему? Потому что божества темнеют. Это ваш дом, поэтому заботьтесь о Раде Кришне. Служите им. Очищайте их с помощью лимона, а потом омывайте водой. И заботьтесь также о Ладу Гопале. Раз в 15 дней очищайте их с помощью лимона. То есть каждый день омовение простое, обычное, а раз в 15 дней с лимончиком, чтобы божества не темнели. Хорошенечко их оттирайте с помощью лимона. Вы же ведь, например, каждый день моетесь с мылом. Каждый день. А божества у вас как часто моются? А Господи тоже нужно заботиться, ему тоже нужно мыло, условно говоря. Ну, дословно мыло нужно, имеется в виду лимон, то есть тоже, чтобы он очищался. Если Ананда Прабху наш поможет вам сегодня послужить в Экадаши божествам. Итак, хорошо омывайте божеств и поклоняйтесь им. Это поможет укрепить ваши бхакти, ваше преданное служение, когда вы будете служить должным образом. Заботьтесь не о себе, заботьтесь о Господе, хороший ли у него алтарь, должным ли образом вы служите Господу. Если Господь доволен, то и вы будете счастливы. Естественным образом вы почувствуете удовлетворение. Например, если вы красиво нарядитесь, встанете перед зеркалом, то украшения, которые вы наденете на свое тело, отразятся в зеркале. Что это означает? Когда мы должным образом омываем Господа, служим Ему, меняем одежды, мы становимся счастливыми. Не должно быть так, что Господь 2 недели, 15 дней в одной и той же одежде. Нет, ведь вы каждый день переодеваетесь. Каждый день. А Господу что, не нужно переодеваться? Хотя бы раз в 4 дня переодевайте Его. Сколько у вас нарядов для божеств? Много? Много. Ну вот и меняйте, хотя бы раз в 3-4 дня переодевайте божеств. Хорошо? И насколько хорошо вы служите божествам, Господу, насколько они довольны вами, настолько и вы будете счастливы жить в этом мире. Цитата. Цитата.
Здесь говорится, что у нас должна быть склонность, привязанность к лотосным стопам Господа. Наш ум, наш читта-вритти, то есть дословно как бы склонность нашего сердца, нашего ума, должна быть направлена на духовного учителя. Где бы мы ни жили, в каких условиях, что нам нужно? Взращивать в себе настроение служения и быть устремленными по отношению к духовному учителю. Цитата. Если наш ум не устремляется к лотосным стопам Гурудева и Господа, то что произойдет? Если мы не будем служить Гуру и Господу, кому мы будем служить? Своим чувствам. Мы будем думать, как бы мне покрасивее одеться, получше покушать. Потому что мы кому будем служить? Или Гурудеву и Господу, или своим чувствам. Поэтому нужно стараться свой ум всегда направлять к лотосным стопам Гурудева и Господа. И только это принесет вам подлинное счастье и умиротворение. Хорошо? Кришна, иди сюда. Видим ребенок какой-то, которого зовут Кришна. Садись тут. И вот так вот сидит тихо. Покажите ему. Поднесите палец к губам, чтобы он понял, что нужно сидеть тихонечко. Цитата. Прабхупада говорит, что нам нужно, чего мы хотим? Счастья и умиротворения. Мы всегда стремимся к этому. Прабхупада объясняет, что если мы всегда служим Гуру и Вайшнавам, то такое настроение будет усиливаться у нас. И благодаря этому мы будем счастливы. То есть чем больше мы служим, тем больше нам хочется служить, и тем более счастливыми мы становимся благодаря нашему служению. Цитата. Прабхупада далее говорит, что если для Господа, Вайшнавов, Гуру, мы не прикладываем усилия, чтобы порадовать их, служить им, а стараемся насладить себя, то никогда мы не будем счастливы. В нашей жизни будут бесконечные беды и проблемы, разные виды трудностей и бед. Почему? Потому что если мы не служим Господу, Вайшнавам, Господу, то как мы можем быть счастливыми? Если они недовольны, мы не будем удовлетворены. Цитата. Мы столкнемся с разными проблемами, если будем думать о себе и забывать служить Господу, Гуру и Вайшнавам. Поэтому что нужно делать? Омываться, ставить тилаки, повторять гуру мантры, готовить для Господа, украшать божеств. То есть делать все то, что помогает нам устремлять наш ум к Господу, стараться Его порадовать, и тогда и мы будем жить счастливо. Потому что если Господь недоволен, то даже если у вас будут все богатства этого мира, все возможности, вы не будете счастливы. Начандрася сукам настина, сукам чакравартина. Цитата. На сварге Индра, царь полубогов, несчастлив на самом деле. Чакраварти, царь своего мироздания, тоже не испытывает подлинного счастья. Кто же действительно счастлив? Лишь тот, кто служит Господу. Поэтому у всех те или иные проблемы, кой тан доки, кой ман доки, кой дхан вина рахата удас, у всех те или иные трудности, проблемы с телом, с умом, с деньгами и так далее, счастливы лишь те, кто совершает духовную практику. Цитата. Нам нужно предаться, принять прибежище у гуру, у лотосных стопов, у лотосных стоп духовного учителя. Однако что это означает? Нужно не просто на словах предаться, а служить. Стада. Мы стараемся принять прибежище у Господа, развить любовь к Нему.
Принять прибежище Ашрая важно для бхакти. Но на этом все не заканчивается. Нужно также бхакти совершать. Не просто сказать: «О, я предаюсь тебе, принимаю прибежище». То есть на словах предаться, а день и ночь заниматься своими делами, не думать вообще о Всевышнем. Что тогда значат эти слова о принятии прибежища? Подлинное принятие прибежища означает также, что наша склонность устремлена к Господу, и мы делаем все ради Его счастья, а не ради своего. Все действия должны быть связаны с Господом, направлены на Его удовлетворение. Например, мы для чего принимаем омовение? Чтобы в чистом теле служить Господу. Готовим мы для чего? Чтобы Господа накормить. То есть всегда каждое наше действие сопровождается настроением послужить Господу. Для этого мы все делаем. Господа нужно кормить тщательно. Например, маленький ребенок просыпается утром и уже голодный. Гопал такой же. Поэтому он утром голодный. Нужно ему предлагать ладу, масло. По утрам. У вас есть? Есть? Есть маккан? Есть масло? Матаджи, предлагайте по утрам. Вот мангаларити провели. И немножечко сладости, ладу, масло предложите Господу, покормите сразу после мангала-арати, потому что он проголодался уже. Поэтому после мангала-арати нужно его покормить. А затем уже приготовить другое роти, сабджи, и накормить уже более основательно. А после мангала-арати сладости. И когда Господь кушает, нужно его закрывать. И вообще нужно шторку сделать для алтаря. Вот повесьте какие-то шторки, ткань, чтобы можно было с помощью ткани огораживать алтарь. Видимо, там алтарь без шторок. Господу нужна темнота, нужна тень, чтобы отдыхать, так же, как и мы, когда спим. Обычно, когда темно. Мы тоже спим, не когда нам солнце в глаза светит. Поэтому нужно обеспечить, чтобы у Господа была тень, и он мог нормально отдыхать. Когда вы кушаете, вы закрываете дверь, чтобы никто к вам не пришел. Подобным образом, когда Господь кушает, нужно также закрывать алтарь, чтобы он спокойно покушал. Часа в 4 можно предложить фрукты Господу, чтобы он также покушал. И потом уже приготовить другие подношения. Такие правила для служения божествам. Итак, бхакти не сводится просто к принятию прибежища Ашрая на словах. Цитата. Кто такой Господь? Наш Прабху, наш Владыка Господь. Мы его севаки, его слуги. Севак, слуга, что должен делать? Служить севье, то есть объекту служения, думать о том, как порадовать Господа, как сделать его счастливым. Поэтому наши усилия должны быть направлены на Господа, как сделать для Него лучше. И тогда и мы обретем благо. Поэтому всегда, каждое свое действие связывайте с Господом. Думайте, будет ли Господь доволен тем, что я делаю. Цитата. Мы принимаем прибежище Ашрая у Господа. А перед этим что нужно сделать? Принять прибежище у духовного учителя. Если мы принимаем прибежище у Гуру, вот тогда мы уже можем предаться Господу. А если мы не предались Господу, не предались Гуру, не приняли у Него прибежище, как мы можем вручить себя Всевышнему? Поэтому говорится, Гуру Говинда Даукари как Элагапау. Шлока, где говорится, что если перед нами стоит Гуру и Говинда, сначала нужно поклониться Гуру, духовному учителю, а потом Говинде. Поэтому самое первое, самое важное в духовной жизни — принять прибежище у духовного учителя. Цитата. Кто мы? Мы те, кто принимает прибежище у лотосных стоп Гурудева,
и Господа. Мы их севаки, их слуги. Поэтому, поскольку мы слуги, наш долг, наша обязанность — служить им, радовать их. Прабхупада далее объясняет, что если мы действительно приняли прибежище у Господа, мы будем стараться всегда порадовать Всевышнего, а не думать о своем счастье и наслаждении. Цитата. Мы не видели Господа, мы видели гору. Поэтому все, что у нас есть, нужно вручить лотосным стопам духовного учителя, посвятить ему. Тогда мы сможем обрести подлинное благо и достичь совершенства. Не так, что мы Гурудеву немножко даем, а себе все оставляем. И мы там чуть-чуть выделяем своих ресурсов, своей энергии. А сами наслаждаемся. Нет. Все, что есть, кому принадлежит? Духовному учителю. Например, когда была Раджа Бхишека, то есть церемония возведения Рамы в ранг правителей, коронация, то он все предложил лотосным стопам Васишхи, своего духовного учителя. Сказал: «Гурудев, это все ваше». Васишха ответил: «Послушай, получается тогда теперь я правитель Айодхи, а не ты, раз ты мне все отдал. Поэтому что я буду говорить? Следуй этому. Правь царством согласно моим наставлениям». И Господь Рама перед тем, как что-либо сделать, спрашивал своего духовного учителя Васишху: «О Гурудев, как следует поступить в данной ситуации? Что нужно делать?» Каждое действие он предварял вопросами Гурудеву. Поэтому его царство называют Рама-Раджа. Это означает, что там не было адхиатмики, адхибаутики, адхидайвики, трех тройственных страданий материального мира. Не было никаких трудностей и бед. Айодхи. Там не было юдх-сражений. Аватха. Не было смерти. Только ананда, только блаженство. Причина в чем? В том, что в Анугате под руководством Гурудева Рамачандра правил царством. Гуру. Что означает гуру? Гукар андакарам тват, рукар тасьяни родака. Гу — это андакар, тьма. Гуру означает божественный свет. Гуру светом божественного знания освещает наше сердце. Это духовный учитель. Поэтому, когда мы в Нугате под руководством духовного учителя делаем что-либо, то все это увенчивается успехом. Все нужно стараться делать для Господа, под руководством Гурудева, то есть подметать для Господа, убираться для Господа. Все делайте под руководством и все делайте для счастья Всевышнего. Если что-то уводит вас от мысли от Господа, не нужно это делать. Нужно совершать те поступки, которые принесут радость Гуру и Господу, а не те, которые приведут к тому, что вы о них забудете и разочаруют Гуру и Господа. Цитата. Прабхупада далее раскрывает, что нужно все посвящать, отдавать духовному учителю. А мы как ведем себе? Да ничего мы Гурудеву не даем, только на словах предаемся. Цитата. Что мы делаем? Мы говорим, мы хотим достичь Господа, мы хотим крипы, милости. А как это обрести? Прабхупада как поступал? Его ученики, те доходы, которые у них были, заработок, отдавали полностью Прабхупаде для служения. Поэтому все, что к ним приходило, все лакшми, все средства, они отдавали Прабхупаде. Прабхупада, естественно, все себе не забирал. Он немножко, совсем чуть-чуть оставлял для служения Господу, а затем как просад, как благословен, как милость, отдавал большую часть денежных средств обратно своим ученикам, чтобы они использовали эти деньги уже не независимо, а принимали их как милость Гурудевы, как его благословение для служения Гуру Господу, для поддержания домашних дел. То есть он отдавал им потом, говорил: «Вот, мой, как мой просад, принимайте, пожалуйста, эти деньги обратно».
И такое настроение помогало совершать бхакти, понимание, что эти деньги даны Гурудевам как его благословение и должны, соответственно, использоваться для служения, а не для своего наслаждения. А мы говорим: «Ой, Гурудев, это Гурудев, Гурудев то, Гурудев все», однако не посвящаем себя ему, скрываем от него. Как мы тогда можем хотеть обрести милость? Как мы рассчитываем вообще на милость? Разве возможно для нас обрести их крипу, их милость, если мы скрываем от них что-либо? Это невозможно. Цитата. Гуру и Бхагаван, Господь, кто? Антарьями. То есть они присутствуют в нашем сердце. Поэтому не думайте, я что-нибудь сделаю, и они не узнают. Ну нет, конечно, невозможно привести Господа, невозможно что-либо скрыть от Него. Ведь Он в вашем сердце, Он все знает, все видит, что вы делаете. Вы не сможете обвести Его вокруг пальца. Прабхупада рассказывал замечательную историю. Итак, что это за история? Был человек, у него было железо, из которого он хотел сделать нож, оружие. И он подумал: я пойду к кузнецу. Ведь раньше как поступали? Обращались к кузнецу, если нужно было что-то выковать, получить какое-то оружие, что-либо режущее. И он пошел к кузнецу. Но какой ему металл отдал, какое железо? Очень низкого качества. Надеюсь, как бы провести кузнеца и получить, отдав плохой металл, хорошее острое оружие. Думал, вот, какой я трюк сделал, получу хорошее оружие, сэкономив на материале, на качестве материала. Ну, как бы, ну, кузнец, естественно, что ему дали, из того он и сделал это оружие, этот нож. Но когда человек взял нож, попытался им срубить дерево, что произошло? Поскольку нож был из некачественного металла, нож просто отрикошетил в него обратно. Мораль этой истории какая? Если мы обманываем Гурудева, вайшнавов, Господа, пытаемся это сделать, то есть как бы даем им такой некачественный металл, третьесортный материал, надеясь получить взамен подлинную милость, то есть как бы нож хороший, хорошего качества, режущий, это невозможно. Что дали, то и получим. Поэтому не обманывайте духовного учителя Господа, ничего от них не скрывайте. Цитата. Если мы не предаемся духовному учителю, то как наша бхакти может вырасти? Это невозможно. Цитата. Когда у нас есть гуру даршана, то есть когда мы понимаем, что все предназначено для Бхагавад-севы, для служения Господу, тогда мы уже лишены майя даршана, то есть мы видим все в свете служения для Всевышнего. Именно благодаря гуру даршане мы можем задействовать все, что нас окружает, в служении Господу. Цитата. И при этом нужно стараться не возвышаться, а занимать как можно более низкое положение. Цитата. Если кто-то действительно принял прибежище ашры у лотосных стоп духовного учителя, то что произойдет? Цитата. То его Кришна Бхакти действительно возрастет, его сева-вритти, настроение, склонность служить тоже усилится, и благодаря этому он будет чувствовать счастье. Цитата. Прабхупада далее объясняет, что нужно совершать поступки, которые помогут усилить наши бхакти.
наша привязанность к Господу. Потому что мы что можем взращивать в себе? Или вишая васану, или настроение наслаждения самих себя, либо настроение служения Господу, Господу и Гурудеву. Цитата. И если у нас есть такой вритти, такое склонное настроение, как порадовать Бога, как порадовать духовного учителя вайшнавов, то у нас постепенно уйдет карта Абхиман, то есть представление о себе как действующем. Мы будем осознавать, что Господь на самом деле все совершает, все по Его милости. И наш Бог, то Абхиман, представление о себе как наслаждающемся, тоже постепенно сойдет на нет. Цитата. Какое настроение поэтому нужно развивать в себе? Все, что в этом мире есть, предназначено для служения Господу. Здесь нет ничего для нашего наслаждения. Все только для служения Богу. Цитата. Если у нас есть бхавана настроение «Ами Бхокта», «Я наслаждающийся», «Ами Карта», «Я действующий», то ничего мы благого не обретем. Нам нужно поэтому стараться взрастить в себе другое настроение. «Я севак», «Я слуга». Цитата. И вот именно настроение служения, восприятие, что мы севаки, слуги, а не наслаждающиеся, и принесет нам подлинное благо. Если всегда в нашем сердце мы стараемся наслаждаться этим миром, думаем о том, как нам порадовать себя, то что произойдет? То у нас не будет севаврити настроения служения. Мы будем только думать о том, как самим наслаждаться. Цитата. Если у нас просыпается бхагават-сева, желание служить Богу, то что происходит? Цитата далее. Итак, когда у нас появляется настроение служения Господу, то мы осознаем, что мы дети Гурудева. И Гурудев наш отец. Мы его дети. И у нас возникают очень крепкие отношения, так же, как отношения между детьми и родителями. И мы видим все в другом свете. Наши отношения в материальном мире сходят на нет, потому что усиливаются отношения с Гуру и с Богом. Мы понимаем, что Гурудев наш отец. И тогда мы обретаем подлинное благо. Так, благодаря этому наша бхакти усиливается, благодаря усилению отношений с духовным учителем. И тогда возможно быть подлинным Мадхаваси, подлинным жителем Мадха, когда отношения выстроены не с материальным миром, а с Гуру и с Господом. И это позволит нашему бхакти постепенно усиливаться, возрастать. Джай.